Всем приветики. Недавно было 14 февраля, день Святого Валентина. И мне на этот день мама подарила вот такой вот подарок. Одеколон, типа. И я его еще не распаковывал. Решил это сделать вот так вот. Вместе с вами. Открою. Правда, жалко, вы не услышите запаха. Океан Драйв. Океаническая драйв, не знаю, что. Волна, может. Деп Блю. Голубая глубина или что-то такое, не знаю. Мэджик. Туалетная вода для мужчин. Океан Драйв Дип Блю. Способ применения только для наружного применения. Ну, в общем, понятно. А что? Легковоспламеняющая жидкость? А, ну это понятно, что возле источников не применять. Срок годности 60 месяцев. Это то есть где-то года сколько? Года 4 или 5, что-то такое. О, ничего себе. То есть оно так вот стоит. Блин, какое оно же крутое. Типа, оно должно стоять вот так. Типа вот так. То есть, под наклоном таким. Круто на самом деле. Так, это надо убрать, чтобы оно в кадре не мешалось. Не, на самом деле круто. Правда, он такой немножко... Крышка такая зацарапанная, как будто она валялась где-то по складам. Хотя запечатанная была в пленке, типа. Но вообще, то, что изначально оно стоит вот так, то есть... Это уже как-то необычно, первый раз такое вижу, кстати. У меня обычно все деколоны ровные были. Вот. Ну, реально, это чем-то похоже на такую воду морскую. Открывается так, здесь такая крышка. Интересно, так сделано. Что там такое? Там какая-то то ли поломана, то ли недоделана, то ли специально для проветривания. Ну, в общем, здесь зачем-то еще такая целая штука сделана, плотная. Я не знаю, зачем. Довольно-таки неплохо выглядит, а запах. Сейчас я. Ну, я даже не знаю, как передать аромат. Но чем-то таким свежим пахнет. Ну, действительно, как будто бы. Ну, океан, типа, это что-то такое, типа, свежесть, там такая, что волна такая, типа. Ну, вода там свежая, что такое, типа, такие ассоциации с океаном. Такая прохлада, свежесть там такая. Так и тут запах чем-то похож. Такой, типа, такая какая-то, типа... Я даже не знаю, как передать, такое что-то такое. Ну, действительно, можно сравнить с какой-нибудь такой океанской свежестью, что такое пахнет. Ну, чем-то таким вот, таким слегка-слегка сладким и таким-таким вот, как бы, ну, я не знаю, короче, как передать запах. Вот такая вот штука прикольная. А у меня, кстати, фонарик есть. Через него будет круто светиться, наверное, синим таким. Хотя он так, в принципе, синим светит. Но... Тем не менее, тоже так неплохо. Да. Такой вот подарочек. Вот. Сейчас напрыскаюсь, буду вкусно пахнуть. Ну, на этом все. Всем покедова.